Некоторые фрукты и овощи, да? Да. Да, в жизни, бывают черными и зелеными. Например, первые. Оливки бывают. Оливки. Винограды. Винограды. Инжир. Девушки. Третьи. Они фрукты жизни. Да. Значит, видите, мы стоим под этим деревом, которое называется фиговое дерево или смоковница. Сами плоды называются инжир. Это говорит о том, что внутри этих скал есть вода. К этому вы можете представить, что вся эта территория, и в том числе все эти горы, были над водой или морским дном. Понятно? Морским дном. За этим углом у нас красивое место. Вы можете стоять и сфотографироваться. Помните, мы говорили о том, что это ущелье образовалось в результате землетрясения. То есть земля замкнулась. Если мы берем правую сторону и левую сторону, совместим их вместе, получится одно и целое. Верно? Кит. Видно, да? Вот кит. Налево кит. Говорит, добро пожаловать, Петру, ребята. Говорит, желоба для воды, да? Осторожно. Трамвай ведет. Снизу, вверх. Посмотрите, какая красивая панорама сзади. Абдулла, иди сюда с нами, вместе с нами, пожалуйста. Я? Да, нет. Конечно. О, так. Вот роза. Так. Так, пожалуйста, кто хочет? Андьяна Джонс и последний крестовый поход, где-то снимались здесь. В конце кармана покажут. Ух ты, какая красота. Зима не убивает, хотя пусть будет. Оригинальная, конечно, керамика, где начинается, ребята, керамический водопровод, трубы. Здесь начинается, они сверху, конечно, разрушены. Остатки. Верили в жизни после смерти и верили, что Бог не похож на человека. Поэтому не пропустим эту нишу. Ниша по дороге, чтобы молиться, без образа. Типа колонна без образа. Верили, что Бог не похож на человека. Вот ниша. Это в начале, она без образа, что Бог не похож на человека. Вообще забыл, куда мы приехали. Куда? Петру. Петра. Значит, сейчас Петра зарегистрирована в организации ЮНЕСКО как второе чудо света. Первое чудо света где? Пирамиды. В Египте. Неправильный ответ. Остался без обеда. Где? Китае. Великая китайская стена. А сегодня вы увидите второе чудо света в Иордании, которое называется город Петра. Этот город был основан 2000 лет до нашей эры набатийцами.
кто такие набатийцы? Один из арабских народов, которые жили в арабском полуострове. У нас было в Советском Союзе есть такие страны, как Латвия, Литва и Эстония. Мы их называли Прибалтики, да? Есть такие страны, которые называются страны Ближнего Востока, как Израиль, Иордания, Палестина и так далее. Но есть и страны Персидского залива, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, Арабские Эмираты. Вот этот народ набатийский, который создал этот город, именно из такой страны, которая сейчас называется Йемен. Понятно? Но кем этот город был найден? Кто первый нашел этот город? Если кто-то спрашивает, а бедуины знали? Они знали, есть пещеры, пещеры и так далее. Но они не знали историческую ценность этого города. Понимаете? Первый, кто нашел этот город, швейцарский путешественник Луис Фокхар в 1812 году. Для нас русских эта дата очень знатная, очень важная. Наполеон Бонапарт или Отечественной войны. Второй путешественник, кто участвовал второй раз в нахождении этого города, Дэвид Робертс. Дэвид Робертс в 1839 году. Но он был сильным путешественником, но к этому всему он был хорошим художником. Он нарисовал 14 эскизов, как раньше увидел своими глазами. Да, Витоль, тут шел ручей воды. Я вам покажу эти 14 эскизы там дальше. В конце этого ручья. Договорились? Так, первый, кто нашел этот город, когда и где? Забыли? Только что мы говорили. Швейцарец. Тысячу? Второй. На что в Китае? 1839. Робер. 1839 году. Далее. Я все время проигрываю. Значит, есть недоконченные работы, которые символизируют боги. Но такие боги будут дальше. Мы будем рассказывать об этом подробно подальше. Но то, что я хочу сказать, что этот город имеет разные названия. Вопросы к вам. Первое название этого города? Петра, правильно. Петра – это не арабские слова, а греческие слова. Переводится на арабский язык? Скала. Села. А села на русском языке скала. Или камень. Камень. Поэтому каменный город. Второе название этого города – каменным городом или скальным городом. Тем более, все жилища и все гробницы и все памятники, они высечены внутри скал. Но самые популярные и самые известные названия этого города – красно-розовый город. Потому что все скалы, все горы имеют красно-розоватый оттенок. Почему красно-розоватый оттенок? Ничего. Ага. Что? Экзамены, что ли? Железо, правильно. Железо. Этот город, подождите, Абдулла, этот город имеет большая популярность после того, как зарегистрировали как второе чудо света. Но он набрал большую популярность после того, как сняли фильм «Индиана Джонс» в этом городе. Понятно? Далее. Ребята, йорданцы, красавицы, одноклассники. Ада! Мазбук. Смотрите напротив, ребята. Я вам сказал, что вначале верили, что Бог не похож на человека, поэтому нищий без образа. А тут смотрите, душара, самый важный Бог, это уже видно. Что попозже чуть-чуть, потому что украшение тут греческое, столбец капители. Вот типа эти капители, эти напотецкие, когда полуокружность, зубчик в середине, то напотецкий стиль украшения, ребята, или капители, имею в виду. Душара, в чем отличается здесь, ребята, смотрите, квадратные глаза, нос, но без рта. Во сколько имели отношения с другими, начали менять вообще понятие, что Бог может похожий на человека, но все равно не кушает, не говорит как человек. Поэтому квадратные глаза, нос без рта. А рядом с ним богиня Аль-Узза.
богиня красоты и любви без образа, потому что каждый имеет представление о красоте свою, ребята, без образа. Прежде чем молиться, надо было умываться, поэтому ступенчики ведут в яму, где они умывались, и потом пришли молиться. Пещера, где служебники этого храма сидели, где оставили подарки, все равно надо подарить, но ладан, мера всякие и чертовали. Там и оставили, так это типа маленький храм по дороге, попросили удачи, счастья, как торговцы. Пойдем. Где наш маленький ребенок? Здесь. Иди, иди, догоняй дядю. Иди, дядю. Вы любите животных? Животных. Посмотрите, только он, пожалуйста, на эту скалу. На что она похожа? Сюда. На что она похожа? На? Так, на, вы близко, на жабу или на лягушку, правильно? Так, дайте мне вашу руку. Так, идемте за нами. Ой-ой, ребятенка. Давай, мне тоже мешает. Паша, а зачем мы вообще брали? Там вода. Что, можно было одну бутылочку, там лягушку, да и все. Ребята, поближе сюда, пожалуйста. Юра, вот он рядом. Юра, на что эта скала похожа? Вот на кита, правильно, на рыбу. Это похоже. Она похожа на рыбу. Природная, дело природы. Да. Дайте руку еще раз. А с той стороны? Отсюда на рыбу. А с этой стороны? Природная. А спереди, скажите, ребята. Да? На слона. Слон. Лопа. Да, на слон. Значит, с той стороны на рыбу, да, Ирина? Да. С этой стороны на слона, где мама? Ребята! Если хотите сфотографировать... Где Пугачёва здесь? Идите сюда, идите сюда. Пугачёва? Да? Да. Пугачёва, где смотри вокруг? Давайте. Фотографировать. Пугачёва где у нас? Вот между двумя слонами. Глаза с открытым ртом. Пугачёва поёт миллион, миллион, миллион. А вот... Камы ещё остаёт в Иордане. Кошки есть у нас. И кушают. Посмотрите, какую кошку. Значит, это оригинальный булыжник, который был выложен первый век нашей эры римлянами. Первая версия. Если кто-то спрашивает, а где набатицы, куда они ушли, где они исчезли? Значит, помните, мы говорили, это единственный вход и единственный выход. По этой дороге идем посетить Петру, и именно по этой дороге возвращаемся обратно. Значит, много землетрясений случилось. И так как это единственный вход и выход, набатицы боялись, закроются или замкнутся, и не могут выходить с этого города. И в конечном итоге смерть. Да? Первая версия. Вторая версия говорит о том, что римляне завоевали этот город у набатицев и выгнали их отсюда. Да? Вот этот булыжник первый век нашей эры римлянами. Но я верю в третью версию. Верю в третью версию. Какая третья версия? Третья версия после того, как появились морские пути. Понимаете? И после того, как появился такой император или правитель римский, Тараян или Таражан или Траян, он менял торговый путь. Вместо того, чтобы остаться ездить по этому царскому торговому пути, они стали ездить по новому шелковому торговому пути. Стали тут делать нечего, понимаете? Поэтому стали потихонечку оставлять этот город. Так, посмотрите тут. Мы называем это место... Мы называем это место станция Александра Сабинуса. Кто такой Александр Сабинус?
Александр Сабинус, один из королей Сирии. Есть такой город сейчас в Сирии, южной Сирии, Дар-А. Вот он был королем этого города. Он приехал сюда участвовать в религиозной церемонии. Почему именно в этом месте, а не в другом месте, а не там, а не вверх? Потому что набатийцы высекали три бога тут. Нам то, что нужен, это главный бог набатийцев, который в середине, которому они молились и зовут или его называют Душара. Значит, главный бог набатийцев Душара. Кому хочется посмотреть, как он выглядит, вот на картине. На картине, пожалуйста. И вот на английском языке. Душара. Аппарат. Да. هذه الأنصاب سمعت ربيعات والمنحوتات المقدسة هي من عمل شخص يدعى سابينوس ألكساندروس بنياتنا اتداجة ده فسين بنياتنا رئيسا للاحتفالات الدينية لتبجيل الآلهة ذو الشراب بيتي ذو الشراب بطل سو بنياتنا все просто мы на чем приехали сюда на автобусе а вы из России на самолете, да? Значит, сейчас есть самолеты, сейчас есть автобусы, машины, корабли. Но раньше не было ни таких транспортов. Раньше был что? Корабль пустыни. Корабль пустыни – это то, что называется сейчас верблюд. Вы можете видеть вот тела верблюдов, вот ноги верблюдов. Этот проводник, который ведет караван верблюдов из города, а те верблюды выходят с города. Набатийцы, они использовали этот момент, они разбогатились, получили дань, кто входил из этого города. Потому что город Бетра – это как место для знакомства между или новых купцов, новых торговцев. Это было место для отдыха, это было место для обмена товаров. И еще это стратегические места. Они тут основали столицу своей империи, которая длилась от юга Иордании до севера Иордании. Но есть у нас недалеко отсюда 15 километров маленькая Бетра. Значит, этот город большая Бетра. Но раньше они ездили туда, это было засекречено. Кто входил в этот город или кто зашел сюда, он по разрешению высших органов власти. Не каждому удалось туда. Даже второй путешественник, Дэвид Робертс, который участвовал в нахождении этого города, он замиксировался, он одевался в финский одежды, чтобы его никто не узнал. В 1839 году. Вот. Мы замечаем, что живот у человека безвредит. Как вы думаете? Римляне после того, как приняли христианство, появилась среди них такая группа, которые говорили, только один Бог имеет право изобразить лиц человека или лиц животных на иконах, на стенах, на картинах, взяли и стерли. Это 7-8 век нашей эры. Хотя, как, икона Бурцы. Хотя все изобразили, ребята, они купили ноги и сандали. Даже все изобразили, они были способны. Да. Изобразили, но где написано, что эти сандали сделаны в Китае, не видно, пишется внизу. Да? Made in China. Когда? Вчера. Так, можно ее на минутку? Можно. Вот так, вас, вот можно тоже? Сразу отдаю. Да? Как это зовут вас? Спасибо. Давайте минуточку, я взял. С мужем. Так, Оля, она не замужем. Она холостая сегодня. Посмотрим. Идем, стойте, пожалуйста. Да. Будущий муж. Дай. Так, как зовут? Михаил Мишнов. Да. Значит, во-первых, почему Ирина, Ира, почему мужчина стоит направо, а не наоборот? Нет. Во-первых, мужчина должен содержать семью. Он символизирует силу в семье. Не диктатором, а просто он должен руководить семьей. Понимаете?
Вот. Но уважение к женщине, мы, ну, во-первых, он должен ее сначала в первую спрашивать. Это как творится бракосочетание. Я играю роль регистратора, который, который регистрирует брак. Ну, я вот так руки, значит, я ее сначала спрашиваю. Согласна выходить замуж за этого прекрасного молодого человека? Так, согласен, брат, эту красавицу, Джон? Так, я объявляю вас мужем и женой. Понятно? Напротив одного из богов Набатитов. То есть один бог свидетель, и не только два свидетеля. Видите, сколько свидетелей? Да. Вот они с этого дня стали официально, как у нас, мужем и женой. Ниша напротив попросили счастье, ну, счастье, удачу, знаешь. Кто хочет жениться? Ирина. Ирина. Можно давай, сейчас, давай, можно на обратном пути, ребята. Пожените нас, пожалуйста, Абдулла. Абдулла, батушка. Так, дайте мне, чтобы сфотографировали. А телефон на бане? Может, телефон? Тогда не было телефона, ребята. Да, давайте. Мы согласны, без вопросов. Я не буду спрашивать. Видно сразу, что согласны. Значит, давайте, мы хотим вместе с Абдуллой делать вам большой сюрприз. Но для того, чтобы получился сюрприз, вам нужно делать следующее. Идти за нами одной линией. Одной линией, да? Но в правую сторону. Если вы сделаете так, получится сюрприз. Так, значит... Последние минуты фильма «Индиана Джонс» и последний крестовый поход ребята снимали именно здесь. И через 20 метров, где открылось в конце фильма. Последние минуты фильма «Индиана Джонс» снимали именно здесь. И дальше 20 метров, где открылось в конце. Кто смотрел этот фильм, ребята? Сейчас фильм открывается в конце фильма, там и открылось же. Такой вот, фасад. Ребята, чтобы увидеть самое главное, как положено, пойдемте за нами. Иди сюда, все посмотрим, какие красивые горы там. Посмотрите, какие красивые горы. Туда, туда смотрим, туда, куда я показываю. Правильно? Правильно. Так, значит, там, конечно, хотим делать сюрприз, но некоторые уже видели этот сюрприз. Поэтому давайте поворачивать назад. Поворачиваем назад. Обалдеть! Там ничего нету, просто чтобы получился неожиданно. Давайте сейчас пойдем левее. Я вам расскажу об этом памятнике. Потом я вам дам свободное время, чтобы вы могли сфотографироваться. Да? Потом мы пойдем дальше. На этом не закончится тур. Даем это минуты, если чтобы снять фотографию, посмотреть, и потом дальше, ребята. Знал? Вот так. Я показываю тут. Вы находите там. Значит, это главный памятник в этом городе, который называется Аль-Казна или Казна или Сокровищница фараона. Казна вообще это место, где прятают деньги, правильно? А сокровищница фараона, бедуины думали, что фараон прятал свое сокровище в этой урне. Стреляли туда, хотели разбить эту урну, не думая о том, что это сплошной камень. Да? Видите, везде есть следы пули. Нам повезло, что они очень плохими стрельцами были. Состоит из трех частей. Верхняя часть, средняя часть и нижняя часть. Нижняя часть под решеткой там. Там похоронен главный бог Набатица, главный или последний король Набатица в Харис IV.
Когда вы подойдете близко этой решетке, вы увидите ступеньки, которые ведут в эту королевскую или царскую гробницу или усыпальницу. Вторая часть, 6 колонн нижние. Третья колонна с левой стороны, она была разбитая. Когда она была разбитая? Когда нарисовал эти 14 эскизы Дэвид Робертс, вот он, в 1839 году. Правильно? Дядя шел тут ручей воды. Но ее реставрировали, конечно, для того, чтобы была красивая. Иди сюда. Вот. Набатейцы использовали это огромное помещение как место для молитвы. Они молились самому главному богу набатейцев, который называется... Душа. Выше этих 6 колонн есть такой фриз. На этом фризе изображено 7 маленьких ваз. Видно? Означает 7 дней недели. Правее 15 маленьких роз. И 15 маленьких роз налево. Это 30 дней месяца. Это вообще черный ирис. Национальный цветок Иордании. Между верхними двумя колоннами египетская богиня плодородия Найки. Между левыми двумя колоннами египетская богиня смерти Аштар. Но между средними двумя колоннами египетская богиня жизни или любви Изида. Эта корона, или выглядит как корона, означает диск солнца. Как вы видите, 12 лучей. Это 12 месяцев года. Если вся наша группа помогли мне посчитать эти зубчики, которые внутри, да, вот тут, вот тут, вот тут, то 365 штук. Это 365 дней. Это набатейский календарь, скажем. Набатейский календарь. Значит, было 5 периодов истории человечества. Первый период – это греческий. Второй период – набатийский, третий период – римский, четвертый – византийский, пятый, который начался 7-8 век нашей эры – исламский. Значит, набатийцы взяли у греков, римляне взяли у набатийцев и у греков и создали свое «я». Но набатийцы, они отличились вообще от обоих сторон. Они сказали, мы сделаем лучше вас и вас. Римляне, то есть набатийцы взяли у греков образ колонны, она круглая, да? Но набатейцы во всех произведениях использовали колонны как украшение, не более, видите? Она ничего не держит. Второе, набатейцы, они высекали все то, что им было нужно с одной горы, с одного блока. Римляне и греки, они из отдельных блоков они строили. И колонны использовали ее как обора. Она держалась, строили на ней. Так. Внутри не пускают, ребята. Технически подойдите, посмотрите. Пустая. Сколько туристов, 1,5 миллиона ежегодно, чтобы портит. Помещений внутри нет. Через 10 минут. Нет, это фасад, это симметричный. Подождите, любимая. И что? Нет, то, что напротив. Вот. Спасибо. Ну что, больше ничего. Ничего. Люди тоже любят, получается, везде на по лестнице. Нет, лестница, чтобы подняться. Я вам сказал, что всю работу сделали сверху вниз. Поэтому поднялись сначала, начали работать. А ступенчики, жили дальше. Это только город начинается. Это каньон, коридор, дорога в город. Все, я просто смотрю, вот лестники наверх. Ступенчики все время, где объект, то ступенчики, чтобы подняться, потом работать сверху вниз. Ребята. Каньон! Дальше город. 40 квадратных километров большой город, ребята. Это не город, только в начале мы. Нет, я только видел зашли лестницу, в город. Вот, но лестница, чтобы подняться, и начали работать, и иногда охрана стояла. Но обязательно, где объекты, то ступенчики есть.
Высеченная скорее. Представляешь, сколько труда ее в канал такую штуку высечь? Из камня.